Добрый день, дорогие друзья и гости канала. Новое позитивное видео у нас. Отвлекитесь на несколько минут от жизни и посмотрите, какие бывают чудеса расчудесные вокруг. Речь, как вы догадались, уже пойдет о чудо-поваре и его блюде, в которое входит арахис, который дымится паром и уже приготовлен, нарезка из овощей, которая тоже уже подготовлена к применению, немного лайма, сок которого выдавливается в чудо-горшочек, местная разновидность острых чипсов плюс воздушный рис. Все это погружается в чудесный волшебный чудо-горшочек, из которого потом достается все и упаковывается в бумажный кулечек. Ужином, конечно, это все можно назвать большой-большой натяжкой, но тем не менее, вот эта готовка, эта кухня местного повара пользуется большим спросом, и я не смог ее не заснять, потому что периодически наблюдаю около нее достаточное количество народа. Людям нравится, они заказывают и едят. Заметить, что количество ингредиентов все-таки клиент получает разное. Тут уж, как говорится, как карты лягут. Наверное, сказывается карма каждого человека, который желает отведать этого явства. Нет, дорогие друзья, если отбросить в сторону вопроса гигиены, то дядька вообще вполне позитивный, скажем так. И очередь у него, наверное, все-таки заслужена. Каждый день люди подзаряжаются, так скажем, хорошей энергетикой из его вот этого волшебного горшочка. Ну, как бы, респект в этом плане, что тут можно сказать. Приглашаю вас на наш канал, где можно посмотреть предыдущие видео, а также почитать много-много интересных и достаточно полезных статей. Благодарю всех, кто оставил свой комментарий и помог нам лайком. А мы уже увидимся совсем-совсем скоро, потому что новое видео уже верстается.